Его императорское величество, государь-император. Ваше императорское величество, представляюсь по случаю высочайшего пожалованного чина вице-адмирал и назначение командующим Черноморским флотом. Надеюсь на вас, Александр Васильевич. Моя жизнь принадлежит вам и России, государь. Ваше императорское величество, адмирал Сергеев, представляюсь по случаю назначения в морской штаб. Благодарю вас. Ваше императорское величество, вице-адмирал Морозов, представляюсь по случаю назначения в военно-морскую академию. Благодарю вас. Ваше императорское величество, старший лейтенант Иванов 13-й, представляюсь по случаю высочайшего пожалованного ордена святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени. Поздравляю. Рад стараться, ваше величество. Рад вас видеть, Вера Сергеевна. Благодарю, государь. Поздравляю, княгиня. Поздравляю, княгиня. Какой прекрасный крест. Благодарю, государь. Ваш крест еще впереди. Алтарь Отечества зовет нас всех. Ваше превосходительство, у меня чрезвычайное сообщение. Прошу вас, господа. Прошу садиться. Слушай, полковник. Ваше превосходительство. Ситуация резко обострилась и будет ухудшаться с каждым днем. Наша секретная агентура в Германии и в так называемой партии большевиков сообщает, что Ленин получил 50 миллионов золотых марок на разложение фронта и тыла. Эти так называемые друзья народа призывают к гражданской войне. Брат на брата. Повернуть штыки против собственного народа. Каково? И далее. Мне стало известно, что генерал Корнилов готов нанести упреждающий удар. Но Керенский колеблется. Я отправил шифровку потом. Великому князю Николаю Николаевичу. Я был убежден, боевой опыт великого князя, его безупречная репутация – залог успеха. Я просил о вооруженной коалиции армии и флота. Я предлагал великому князю смести силы оружия и Ленина, и Керенского. И что же великий князь? Ничего. Я не думаю. Старший лейтенант, поймите, в нашу жизнь вторглась слепая кровавая сволочь. Если мы не объединимся, всему конец. Не надо, полковник. Я не верю. Никакая это кровавая сволочь. Господь с вами. Это же народ. Вы еще поймете. Я провожу вас, полковник. В экипаже идет митинг, господа. Черноморского флота больше нет. Едем.
были правы, полковник. Что будем делать? Братцы! Получи! Давай, братва! Сюда, братцы! Сказал господа, потому что господа. Заткнись, бога душу титьку мать! Заткнись! Потому что господа с господом. А товарищи, они товар ищут. И все им мало. Много! Это на всех хватит! Хватит, заткнись! Матросы, Россия пошел пропала. Пошел в жопу! Дверал в войну! Месть убивает лучших. Это ты, что ли, лучше-то? Не только я. Тех, кто честен, много. Тех любят. И поднимется русский народ, и будет сиять Андреевский флаг. На твоей жопе! А товарищ Ленин любит баб и дочка! Как вам не стыдно? Матросы! Катюхи, это же мразь, сволочи! Я ухожу. Мы были вместе до тех пор, пока вы хотели этого. Сегодня властвуют злобные силы. Прощайте. Yeah.
Друзья мои, власть, которую получила интеллигенция, способная только болтать, колеблется и готова сдаться безответственным элементам. Ни страны, ни армии, ни флота нет более. Здоровых сил России тоже нет. Я не могу и не хочу пассивно наблюдать за развалом. Но с верой в Бога живого возродится Россия и поднимется Андреевский флаг. Столь ли важна судьба каждого из нас? Ступайте, господа. Разделившийся само в себе опустеет, и город, разделившийся сам в себе, падет. Но почему? Почему, Господи, ты выбрал Россию? Я тоже прошу Господа, чтобы Он сохранил нас всех, тебя, маму, меня и пацана. Мама сказала, что мы уезжаем. Это правда. Ну что ты, только на время. Здесь опасно, теперь я должен позаботиться о вас с мамой. Слава, подойди ко мне. Настя, заберите мальчика. Не сердись. Пойдемте, Слава. Мы погуляем с ним. Хорошо. Зачем сказали ему? Когда-нибудь надо было сказать. Вы ведь не изменили своего решения. Сядем и поговорим спокойно. Оно продиктовано только одним. Саша, я... не нужно удлинять плохое. С первой минуты я знала, я была уверена, вы и Аня, увы, с этим ничего не поделаешь. Наверное. Даже наверняка. И дай вам Бог любимым быть.
Расстанемся по-хорошему. Я перевел деньги. Ты получишь практически все, чем я располагаю. Береги славу. И храни. Не надо. Прощай. Он более не опасен. Я полагаю, акт его отречения искренним и вполне государственным. Он наконец понял, что управлять огромной страной, для этого надобно мыслить и осуществлять. Он этого не мог никогда. Но мы будем гуманны, от греха подальше. Но Ульянов, представьте, мы не можем его найти, чтобы предать суду. Ульянов взял деньги у немцев и пропагандирует именно на эти деньги. Интриги, злоба. Господин министр, какую роль вы отводите мне? Да-да, конечно. Несомненно. У меня дурные предчувствия. Атаман Краснов и генерал Корнилов недовольны. Возможно, черт знает что, адмирал. Вы моряк, езжайте в Штаты, в Англию, а впрочем, куда вам будет угодно. Душа болит за него, за детей. И все же Николай II заслужил свою участь. Нам скоро понадобится помощь, адмирал. Мы же не призываем грабить награбленное. Не положено. Отойди, стрелять буду. Мать твою, кому говорят? Александр Васильевич, я рада. Прошу вас. Здравствуйте, Анна Васильевна. Я пришел почистить ваши ботинки. Боже мой, Саша! Господи! Ничего не знаю. Почему ты в цивильном? Давай сядем. Прошу тебя. Ты не давала себе знать, я не знала, что и думать. Я так ждала. Люблю тебя. Милый.
Саша, ты все такой же. Все такой же неуемный. Сядем. Пароход уходит через 3 часа. Ты должна ехать со мной. Тимирев, ну помилуй. Как же так? Тимирев. Софья Федоровна, мы дружны? Нет. Это невозможно. Это возможно. Я объяснился с женой, она все поняла. Она все знала, Аня. Но Сергей ничего не знает. Ничего. Я же не могу ему все сказать просто так. Взять и сказать. Нет. Я сам скажу. Ты сошел с ума. Ты не понимаешь, что будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Сергей Николаевич все поймет, он примирится. Побойся Бога. Ты не понимаешь. Я не могу. Мне жалко его. У меня болит сердце. Он мне не сделал ничего плохого. Но моя нет, моя... это невозможно. Анечка. Я люблю тебя. Мне больше нечего сказать. В мире нет иного бытия для нас, Аня. Буду ждать тебя на пристани. Здесь все кончено. Я вряд ли вернусь в Россию. Ты должна решить. Бери все вещи, самые необходимые. Сергей, мне не нравится, когда ты куришь в спальне. Аня, это хорошо. Это хорошо, что ты пришла. Что-нибудь случилось? Что с тобой? Ничего, со мной ничего. Где ты была? Боже, я отдавала распоряжение Даше. Собрать вещи. Ты хочешь уехать, поэтому распорядилась собрать вещи. Он был. Сергей, я ведь ничего не скрывала. Но ты не собиралась уезжать. Это невозможно. Подумай о мальчике. Я его заберу при первой же возможности. Я надеюсь, ты не думаешь, что я готова пожертвовать сыном. Ну, разумеется. Ты просто уедешь. Но я должен... Это мой нрав или долг. Предотвратить, предостеречь. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Пойдем, Баньки. Именно предостеречь и предотвратить. Вспомни. Я любил тебя. Предостеречь? От кого? От Колчака? Не ты ли нас познакомил?
Вот, Аня, смотри, колчак полярный. Что же ты теперь хочешь? Оставим это. Бог с тобой. Ты решительно едешь? Если бы я знала. Прошу вас, Александр Васильевич. Адмирал, я хорошо отношусь к вам. Поймите, прежней России нет. И не будет более. Царская семья себя изжила. Эти романы прелюбодеи, сластолюбцы, поклонники мамоны. Ваша мысль проста. Керенский, который въехал во дворец на белой кобыле из папье-маше душкой, умер. Бог с вами. Это удел России. Каждый следующий правитель глупее и подлее предыдущего. Сэ-ля-ви, Александр Васильевич. Мы не переделаем, нет. Сори. Не могу согласиться. Наш народ дал миру Пушкина, Гоголя, Петра Первого, наконец. Но Петр Второй сопляк, Третий дурак. Екатерина кобыла без удержу. Павел маньяк. Александр Первый курощук. Николай Первый солдафон и так далее. Теперь Керенский. Потом Ульянов. Засулич. Это террористка. Всем все поровну. Я бы хотел лимон. А, ради бога. Лимон, плиз. I'm sorry. Лимон. Фантастик. Да. I'm leaving. Да. Ваше здоровье, Александр. И что же делать? I'm shy. По-русски. How are you? Превосходно. Что делать? Что делать? Оставайтесь, Александр Васильевич. Будем пить кофе, коньяк. А Россия? Время лучший лекарь. Обойдется. Как-нибудь. Петров, говори.
Товарищ Петров, да бери здесь. Мужики! Тащите, что заковырялись-то? Товарищ Петров! Тащи, да, давай, давай. Нахеш! Вот, вот. Помахай! Ну, еще не сейчас, да так. Товарищ Петров, что ж вы уронили? Да ну он же засранец тяжелый, не возможно. Товарищи, ну, товарищи, товарищи. Ну, ой. Да не мешай. Сидор, ну, тяни ты его, ну. Товарищ Петров, давай. Тащи на табурет. Вот сюда. Сюда. Вот так. Уяснила. Глаз. Кажись, живой. И кажись, красноармеец. Секундочку, товарищ. Да нет, это не красноармеец. Это деникинский офицер. Товарищ, не время пить, не время. Вы лучше давайте, берите его и на печь. Слушаю. Давайте, давайте. Давай, давай, быстрее. Товарищ Сидоров, а? Берем. Ну, поторопитесь. Ну, давай, родненький. Держи. А что быстрее? Какой черт разумеется? Неси, товарищ Петров. Прошу не рассусоливать. И, пожалуйста, за мной. Надо сообщить товарищу Тарахану, ага. Пусть приезжает, давай, и на месте о всем разберется. Будь здоров. Налей стаканчик, товарищ. Молоко. Молоко, молоко, товарищ Флин. Прекрасно. И это молоко. Молоко. А, утреннее удоя. Удоя, удоя, товарищ Флин. Совершенно удоя. Замечательно. Пейте на здоровье. Спокойно, что ты орешь? Да здравствует мира! Стой, Контра! Полна говна. Оглядываюсь, картина, и рожа этого бога резкого тоже вся в говне. Так хорошо представляю. Серьезно, братишка, говно. Наша революция, наша. Это факт. Извините. Чего надо? Понял. Пришла за нас. В чем дело, ха? Продолжайте, господа, продолжайте. Вы позволите? Да, прошу вас. Мы ведь с вами знакомы. Что-то не припомню. Вам очень шла парадная форма, полковник. 300-летие дома Романовых. Зимний. Вам не следует волноваться, полковник. Ротмистр Бабин, дворцовой полиции. Но я все равно вас не помню. Но в этом смысл нашей службы. Зато я вас помню, Алексей Александрович. Куда теперь? Париж, Монако, Монте-Карло, еще куда-нибудь. Ну, будет, Рыбин, будет. Бабин. Бабин меня зовут, Петр Иванович, честь имею. Что с государем, он жив? Застающую семью отвезли в Екатеринбург, товарищи. Что касается государя... А что вы, собственно, хотите? Спасти?
увести, вернуть на трон. Хотя бы узнать достоверно. Увидеть, может быть. Навермор. Но мне нравится. Тут мне достались кое-какие вещи. Для начала вам следует переодеться. Ничего не слышат, господа, ничего. Слушайте. Хрип революции, господа. Это хрипит сатана. Петр Иванович. О чем? О чем мы говорим, господа, для России? Живляны и только. Господа, вы не хотите ли послушать Блока? И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, невиданные перемены, неслыханные мятежи. Это великое пророчество, господа. Дай Бог, чтобы оно сбылось. Comme tout cela est étrange, mesdames.
Алеша, наших берут. Еще, если что, в заводе. Аристарх. Петр Иванович, благоволите обождать.